что-нибудь вроде в основном спину не становишься. А на ковре рисовать категории 66 килограммов. В красном трико, мастер спорта России, призер первенства РСФСР, извиняюсь, России, а то уже вспомнил СССР, призер первенства России, представитель Самарской области Теклижан Харен. В синем трико представитель Ульяновска, кандидат в мастера спорта Ильмуков Андрей. Будем болеть за нашего земляка. Ну, извиняюсь, я представитель Федерации спортивной борьбы Самарской области, меня поправили. Я считаю, что пусть победит сильнейший на ковре, но мы в Самаре должны болеть за своих земляков. А так, конечно, ковер покажет в этой бескомпромиссной яркой борьбе, и пусть победит сильнейший. А то что-то тихо на трибунах. Давайте посмелее, и корреспонденты говорят, что тут, чемпионат по шахматам, что ли? Конечно, я понимаю, зрители не могут, одни борцы. Ну ничего, это наш спорт, это наш хлеб, и мы стоим крепко на этой земле. Борьба – занятие мужское. Да у нас прям рядом ничего нет. Возить пробки, времени. Да, да. Засада. Куда ехали? Два часа в одну сторону, два часа в другую сторону. Угу. Полжизни проходит. Да. И пробки. Пробки. Иногда даже просто куда-то надо, я машину бросаем, трамвай. Садится. Самый надежный трамвай. Сел, трамвай. Да, и... А сейчас московский еще будет говорить вообще ужас. Самый надежный транспорт, трамвай. Кто победит в этой схватке? Лидер АвтоВАЗа Калина Лада. Ой, Лада Мост. Или УАЗ Патриот? Посмотрим. Это наши, знаете, два лидера автопрома России. ЗИЛ уже все. Знаете, перешел полностью Рено. Ну что, давайте посмелее. Ждем. Не разговаривайте микрофон. Все пишет сюда. Все сюда пишет. Так вот, да. А, я потому что это коллег. Да, да. Посчитал 105 этажей. Ну ты ел. Белок там.